Здравствуйте, мои дорогие. Мы продолжаем передачу «Лаврские встречи». У нас в гостях ансамбль солистов «Хорус-квартет» из города Пермь. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот, послушали мы наконец-то, еще в прошлой передаче мы начали разговор об этом диске «Стихии Чердыни Великой». Вот. Конечно, очень сложное произведение, можно сказать, как вы его репетируете? А там большой объем? Объем очень большой. Вся программа вместе со чтецами идет полтора часа. С нами поет еще солистка Пермской оперы Наталья Кириллова. Четыре номера или шесть? Шесть. У нее два сольных и два с нами, да? Или четыре с нами. Вот. На диске, конечно, там стихов-то поменьше, там буквально в начале и в конце стихи духовные. Ну, я должен рассказать немножко, наверное, об этой музыке, да? Да, вот откуда вы уже начали говорить, что да, отец вот Игорь, Игорь, еще будучи студентом. Студентом, наверное, еще музыкального тогда колледжа, уже института Гнесиных. А сейчас он протоиерей, да? А он теперь протоиерей одного из приходов Перми. Ага. Ну, я-то с ним познакомился. Они с матушкой, с Ольгой, значит, приходили на мои концерты два раза даже. «Плач Адама» и «Кто бы дал мне, яко птица». Вот. Почему такая сложная музыка? Ну, вот
она сложна чем? То, что это народный язык, который мы немножечко подзабыли. Мы, как это делали раньше наши прадеды и деды, они сидели, ноты они не знали, и все шло от сердца, изнутри, от души. Немножечко это все это утеряно, мы уже привыкли все это мыслить немножко другими категориями. Ну, да, да. И у нас уже гармонии другие. Гармонии другие, все. Все мы уже... вот сейчас мне ощущение... У меня теперь вот ощущение, что по-другому просто и нельзя было сочинить. Угу. Что это вот именно народное, вот настоящее подлинное золото. Да, то есть вот это не мешает смыслу, да, как бы абсолютно, получается. Абсолютно. Вот музыка, хоть и сложная, она, да, для нас, для современного человека. Но когда ты ее слушаешь второй, третий раз, и это все больше и больше захватывает. А отец Игорь что-то еще писал, вот кроме этого, ну, его произведения есть? Нет, у него есть, конечно, когда он занимался этим профессионально, у него есть и симфонии, и много разных других произведений. «Холодное сердце» поставлено был в Пермском академическом театре. Да. Балет. Да. Вокальные циклы у него есть. А вот сейчас для нас, он пишет для нас и духового оркестра. Вот это будет что-то новое, интересное. Интересно. Надеюсь, да. Ладно, даст Бог, мы услышим. Может быть, с отцом Игорем тоже передачу как-нибудь снимем. Было бы здорово, интересно. Да, было бы интересно. Потому что священник, композитор, и при том такой вот роет туда, куда надо, в ту сторону. Да. И матушка у него тоже закончила Академию Гнесиных, тоже композиторское отделение. Она регент одного из... Теоретическое. Ну, теоретическое, да, отделение. Теоретик. Ну, это очень близко. Это очень близко, да. Теория композиции. Так, а что у вас еще за диски? Лучшие? Еще у нас лучшее. Лучшее, это здесь... the best, как говорится. The best, да. 80 треков всего. Ну, тут много патриотической тематики и эстрадная музыка. Всего-всего-всего немножко, понемногу всего. Mm-hmm. А вот этот диск, это «Вспомним брас и Руси славу» к 200-летию Бородино. Mm-hmm. Можно посмотреть, да? Mm-hmm, конечно. Эта тема у нас очень много вообще патриотической. Песни и гимны русской воинской славы, как я уже в прошлой передаче говорил, у нас их три программы. Бородино, 400-летие дома Романовых и 100 лет Первая мировая, 110 лет русско-японской войны. Вот такой вот у нас цикл. Если позволите, мы бы исполнили сейчас вот «Гибель варяга». Посвященная тема посвящена русско-японской войне. Давайте. Патриотическая песня. Наверх вы, товарищи, все по местам. Последний барак наступает. Врагу не сдается наш гордый варяг. Пощады никто не желает. Врагу не сдается наш гордый варяг. Пощады никто не желает. Свистит и гремит, и грохочет кругом, кругом. Мужик-шипенек снарядов. И стал наш бесстрашный гордый варяг. Подобен кромешному аду. И стал наш бесстрашный гордый варяг. Подобен кромешному аду. В предсмертных мучениях трепещут тела. Средь грома слышны стенания. И судно охвачено морем огня. Настала минута прощания. И судно охвачено морем огня. Настала минута прощания. Прощайте, товарищи, с Богом! Ура! Кипящее море под нами. Не думали, братцы, мы с вами вчера,
что нынче умрем под волнами. Не думали, братцы, мы с вами вчера, что нынче умрем под волнами. Не скажут ни камень, ни крест, где легли, во славу мы русского флага. Лишь волны морские прославят в веках геройскую гибель варяга. Лишь волны морские прославят в веках геройскую гибель варяга. Спасибо большое за песню. Вы, как у вас вот, ну, сложилось вот репертуар вот сегодняшней передачи? Вы могли бы же, так сказать, блеснуть другим чем-то. Вы, почему именно выбрали вот такой вот репертуар, патриотический в основном? Ну, надо сказать, что патриотический, как сейчас современное модное слово, тренд, мы начали этим заниматься буквально с первых дней появления коллектива, потому что это как-то это состояние души. Это всегда присутствовало в нас, и никто не может нас упрекнуть, что мы занимаемся конъюнктурой, и вот сейчас это в тренде, и мы начали петь патриотику. Оно как-то так само вытекало. Любовь к родине, это, по-моему, и с молоком матери, это естественно. Да. Все для нас. Поэтому... Все как-то копилось, собиралось, и потом появляются какие-то новые идеи, оно все растет и растет, как снежный ком. Уже столько репертуара на эту тему патриотического, что... Как вы все запоминаете? Ну вот, к сожалению, все невозможно запомнить. Ну, мы исполняем это по нотам. Это надо снова репетировать, если что-то надо поднимать. Чем мы и занимаемся? У нас за концертный сезон бывает по 7 разных совершенно программ. И это очень, конечно, трудно. Все это требует мощной подготовки, постоянного тренажа, голос, формы. А если кто-то заболел, это всегда беда. Это нужно и за здоровьем следить тоже. Ну, целый организм такой. Это, да, единый организм, я бы сказал. А что-то ухо заболело, все уже всему организму плохо. Если один человек убивает, то уже как бы коллектив работать не может. Да. То есть если в этом такое, все. Как правило, по 2-3 человека на партии, если конечно, ну, да. У нас каждый за свое. Один человек заболел, отряд не заметил потери бойца. А здесь это, поэтому ансамбль солистов. Именно называемся. Ну, отдельно где-то существуете, да? Ну, отдельно вот Эдуард, а солист Пермской оперы, причем ведущий солист, исполняет партию за главные партии нашего репертуара. Но баритон. Но партия баритона. Здесь у нас бас. Партию баса поет, но у него очень хороший нижний регистр. Надо отдать. Не у всех имеется он. А ему природа, Бог. Ну, да, у вас уже тембрально очень хорошо сочетать, вот это заметно же, что вы уже... Уже больше 10 лет этот состав не меняется. А это драки бывают? Драки? Спасибо Бог. Творческие? Творческие, да. Практически каждая репетиция, что-нибудь происходит. В драке рождается истина. Но я просто заметил, как вы переговариваетесь, значит, перед исполнением или еще переговариваетесь, у вас мгновенно все, вы понимаете друг друга, полужесты, полуслова, уже да. Свой язык какой-то выразился. Да. То есть со стороны это может показаться непонятно странным, да. Что-то там мужики затеяли сейчас. А потом из этого всего такая раз, и песня выплывает красивая. А жены... Пушки заряжены. Это одна из наших песен, которую мы поем с залом. У нас такая традиция, мы обязательно с залом что-нибудь исполняем. И когда вот военные программы, пушки заряжены, обязательно с залом. Зал поет... Вопрос-ответ. Зал поет... Да, конечно. Вот. Солдатушки. Мы с ними разучиваем, они поют. Мы им отвечаем. Они нас спрашивают, мы отвечаем. Итак, к каждой программе мы всегда подходим, ищем такой ключик к зрительному залу, к аудитории, чтобы они не просто сидели так.
стараются подбирать программы так, чтобы народ, сидя в зале, обязательно захотел что-то с нами спеть. С нами спеть. Да. И после этого, чтобы вот было ощущение. Потому что хорус да. В переводе с древнегреческого – это пение вместе. Вот мы и вместе. Есть еще более перевод – хор усатых мужчин. Ну вот видите, ребята меня не поддерживают. Да. А если человек хорус – светильник? Висит такой круглый светильник в храме. Угу. Это тоже называется хорусом. Хорус, да? Да. Ну, да. Вот видите, да. Запомните, используйте это. Тело паникадила, который освещает храм. Ах, вон как, вот интересно. Мне кажется, именно это послужило для образования нашего коллектива. Да? Может быть. У нас очень много вот духовных программ в том числе. И вы знаете, когда-то мы еще в поездке по Карпатам услышали потрясающую песню ужгородского священника Дмитрия Сидора. И Геннадий Лукиных, вот наш пермский композитор, написал свой текст, назвал ее «Гимн православных». Если, батюшка, вы позволите, мы сейчас исполним это произведение. Конечно. Давайте. Спасибо за прекрасное песнопение. Действительно, хочется после вашего исполнения хочется петь. Что-то так топорщится как-то немножко. Вот, настроение поднимается. Видимо, искусство ваше действительно трогает сердца и задевает какие-то струнки в человеческой душе. Это хорошо. Особенно вы если чувствуете, если вы еще находитесь в вере, в исповедании православном, в чистоте. И было бы здорово, чтобы все это продолжалось и продолжалось. Ну, я, конечно, не зря задал вопрос, от которого вы пытались ускользнуть, про ваши семьи. Вы же постоянно на концертах, репетициях. Уезжаете, приезжаете. Вот как ваши семьи это терпят? Я не знаю. Они терпят или наоборот радуются? Расскажи, как твоя семья терпит тебя? Ведь тебя вообще практически дома никто не видит. Нет, почему? Я работа в театре. Дома практически. Работа в квартире. В другом городе работа. Ну, привыкли, наверное. Да. Потому что мы смирились. Поначалу действительно, как говорится, вопросы, а вот как так? Ну, тебя вот целыми днями дома нет. Кто будет воспитывать детей? Да, кто детей? У меня две дочки. Одна 14, вторая будет в сентябре, будет 5. У меня жена на самом деле сама актриса, поэтому она понимает, что это работа такая, что это вынуждено. Что если я буду сидеть дома, соответственно, никакой работы не будет. А надо как-то семью кормить, а помимо кормить, одевать.
общем содержании? Ну, мы не будем материальных вопросов касаться. Я думаю, что у людей искусство или надо как быть таким, какую-то нишу эту занимать, вот, где платят. Вот. Или это подвиг, можно сказать. На самом деле, действительно, мы этим занимаемся. Я думаю, что по большей части не из-за денег, а потому что душа этого требует. Слава Богу. Ну, наверное, иначе бы на этой передаче не показались бы. Ну да, наверное, да. Потому что здесь как раз вот на нашей передаче «Лаврушки встречи» такие, вот именно такие люди собираются, которые и Богу работают, и людям. Вот, и я вижу, у вас чувство юмора у всех хорошо развито. Да, чувство юмора, это с этим у нас все в порядке. Например, когда Максим Ануфриев стал папой, мы узнали об этом только на третий день. Это его чувство юмора. Да. Отношение к коллегам. Мы его, конечно, поздравили, все рады. Вот. Да, это когда произошло? Ну, это произошло вот осенью прошлой. Уже почти 8 месяцев, да? Mm-hmm. Максим Ануфриев недавно, Ольга Лаптев, Максим стал дважды уже папой, да? Mm-hmm. Расскажи, как у тебя дома? У меня семья, дома как? Дочка Вероника, 7 лет, и сыну Матвей, год, вот, жена. Жена тоже, я думаю, принимает такую работу, которую когда-то не бывает дома, когда-то нужно потерпеть, вот. Так что дома понимаю, чем мы занимаемся, куда едем, если гастроли или выступления. Ну, то есть у вас налажено уже, да? Ну, как бы, все понимают. Ну, все да. Понимают. Пушки. Смиряются, терпят, ну, уже это пошло. Это здорово, на самом деле. Ну, а потом они замуж выходили, когда, в принципе, мы уже практически все работают. Единственное, что я, конечно, женился, я еще учился, а вот ребята, это же не весь, по-моему, хорусе работали. У Макса на свадьбе пели уже хорусом. Поздравляли. Было, да? Такое? Нет, не было. Мы были в отпуске. Мы где-то на празднике были. Где-то мы были, но не на празднике. Где-то были, да. Твою бабушку поздравляли, папу с юбилеем поздравляли. Да. Ну, здорово. Здорово, да, вот так жизнь. У вас тоже как и семьи дружат, да, и жены все собираются, нет? Ну, это сложно вообще. Ну, после больших концертных программ у нас иногда бывают за сценой там посиделки, там чай выпить. Небольшие, да. Заходим, да. На премьерах. Да. Но с каждым годом это делать все сложнее, потому что потомство растет и требует внимания, конечно, тоже огромного. Ну, да, жизнь и искусство. Я уже вот дважды дедушка. У меня уже третья внучка. Что-то у нас в основном девочки, да, идут. Визуализация. Ювелирование. Раньше говорили, значит, войны не будет. Войны не будет. Если девочки рождаются. И дай бог, чтобы ее не было, действительно. Кстати, военная программа. А мне, вы знаете, что потрясло? Вот, ой, простите, пожалуйста, перебил. Потрясло вас. Я в храме, я же был у отца Александра, вот, и служил в храме Андрея Первозванного. И вот, и там он провел меня в нижний храм, я увидел мощи новомучеников. Это священник один, ему лет 27-28, и также диакон в этом же возрасте. Диакон, по-моему, полностью разрублен там шашками по частям, а священника я видел прям... Голова пробита прикладом, и, видимо, тоже его... Вот, мучили, конечно, по достоинствам отпели, похоронили, но там я прикладывался к мощам новомучеников. Вот. Сейчас идет вопрос о канонизации. Вот, это очень потрясло меня, как одно из событий. Конечно, и ехал я в поезде, и уезжать не хотелось, так меня хорошо принимали. Ну, как будто действительно в родную семью попал. Я думаю, мы будем дружить, приезжать друг к другу, и еще не раз увидимся. Может быть, вот специальное мероприятие организуем. Хорошо бы. Вот, даст Бог нам сил, вот, возможности и Божьего благословения. Я хотел бы прочитать вам стихотворение,
который написал, который уезжал уже из поезда. Обратно в Петербург. Да, обратно в Петербург возвращался. И вот еду я, лег на полку, значит, на боковую, и пишу. На душе хорошо и печально. И молитва, как песня, звучит. То, что было, совсем не случайно. Эти встречи, как вспышки в ночи. Херувимское пение в храме. Взгляды чистых, сияющих глаз. Благость встреч. Никакими словами не опишешь ни здесь, ни сейчас. В этом поезде, мчащем спокойно, навевающем светлые сны. И в душе прекращаются войны под влиянием поздней весны. Завтра город, как змей ненасытный, примет странника в чрево свое, но останется песня, молитва, и никто не отнимет ее. Браво. Очень хорошо. Такое получилось местотворение. Я не знаю, как положить. Спасибо вам, батюшка, что пригласили нас. Да, спасибо вам за ваше гостеприимство, отцу Александру, вот, за его Марьюшку и с матушкой Ольгой, вот, за такое теплое место, где нам такая забота, и Виталик, который нам помогал устраивать с гостиницей, вот, и вам, и отцу Николаю Червону. Ну, все, кто вот принимал участие в этом. Спасибо за то, что вы приехали. Это вот, вот это живая история, да? Ничего не с пальца, ничего не высосано, да? Это живая жизнь, и продолжается все наше общение. Так что творческих вам успехов. Спасибо. Вот, держаться, вот, нести эту марку высокую. Вот, несмотря ни на что. Трудно. Это все, вот, все человеческое, оно такое зыбкое. Вот это надо так удержать, как свечку на ветру. Ну, а вам дай Бог здоровья и большой аудитории, многочисленной публики. Что-то да. Ну, кстати, эту передачу смотрят, и людям нравится. Я был, вот, когда впервые был, узнают люди, ну, на концерт приходят. Это хорошо. Хочется с людьми делиться. Я просто однажды почувствовал, что это необходимо. Сначала в стол, а потом меня выпихали на сцену. А смотрю, реакция есть. Ну, творчество ваше действительно очень интересно. Я вот с удовольствием вас послушал, смотрел. Ну, а ваш диск, у меня теперь это самая главная пластинка в машине. Всегда в дороге я слушаю ваши замечательные песни. Спасибо. Спасибо, Господи. Ладно. Жалко с вами прощаться. Божьей вам помощи. Да, дорогие мои, с вами передача. Была передача «Лаврские встречи». Я ведущий, священник Анатолий Першин. У нас в гостях был ансамбль солистов из города Пермь, хорус-квартет. До свидания. Божьей всем помощи, ангела-хранителя. Спасибо, Господи.